Помним, что мы всегда можем убежать. Всегда. О, нет, только не сейчас! Всем хай, с вами Юджин. И, друзья, вы все знаете меня как человека, у которого есть особая неприязнь к пожилым женщинам, которые пытаются меня убить. Вот есть во мне вот эта нетерпимость к таким вот особям человеческим. И поэтому я в отместку всегда иду к ним домой, порчу все, решаю их все головоломки и ухожу оттуда, оставив их униженными. Униженными до самой своей кончины. Поэтому мы сейчас сделаем то же самое, мы жмем играть. В прошлый раз мы, конечно же, просрали. Жестко просрали. Так не просирался очень давно. В целом это хорошо, как говорит доктор. Потому что месяцами не срать нельзя. Окей, у нас тут, кажется, изменения в игре произошли. Какие-то супер-мега дополнительные опции появились. Сложные, экстрим. Да! Да-да-да. Новый режим появился, вот чё. Но мы еще на среднем даже не прошли, поэтому давайте не будем вообще обращать внимание на эти режимы. Это потом, когда мы наловчимся, станем более продвинуты в плане унижения бабок. Итак, выключаем заставку, она нам не нужна. Вы это видели, наверное, такой фу, супер-мега-эффект. Мне понравилось, это очень эффектно. Эффектный эффект. Эффектность — это то, что я сейчас вам продемонстрирую при прохождении этой игры. Очень просто, легко, эффектно. У меня так сильно болит голова. У нас есть записка, тут все то же самое, что мы читали всегда. Как будто графика чуток изменилась. Вам не кажется? Мне так кажется. Давайте смотреть по ящикам, по шкафчикам. Бабка может быть здесь за дверью. Попробуем выйти. Окей, хорошо. Её здесь нету. Это очень хорошо. Как-то страшно мне стало почему-то. Почему-то эта игра страшнее кажется сейчас, чем тогда, в тот раз, когда я играл в тот раз. Опа, фотка. Блин, а нафиг она не сдала. О, тихо. Как бросать предметы? Вот, на G бросать предметы. Как-то все. Слышите? Где она? Где она? Давайте под кровать. Она где-то здесь. Она, по-моему, пришла в то место, где я кинул фотку. Я чуток поднял гамму, потому что совсем плохо видно. Учитывая, что у меня еще тут свет, лампы светят мне в рожу. Я не вижу практически ничего. Так, ну ее нету. Она не приходит? Значит, все окей. Так, я уже вижу колесо, под шкафчиком лежит. А это что? Антенна. Давайте сначала с антенной разберемся. Опа, дверь закрыта. Мне найти ключ, то она была приоткрыта. И что ты... Что ж делать-то? Вовремя, вовремя, я решил под кроватку залезть. Ну, чё ты делаешь? Ты роняешь стол, бабка. Смотрите, она что-то держит в руке. Фотку она держит в руке. Окей, нам повезло. Дверь, блин, закрыта. Смотрите, тут ничего нету. Ага, она пришла, чтобы повесить картину обратно. Не, она даже не будет париться на этот счет. Вообще, зачем? Это мы живешь в свинарнике, бабка. Блин, ну вот если она сейчас сюда подойдет, у меня не будет возможности хоть как-то выжить. Поэтому я спрячусь. Я надеюсь, что она спустится вниз, тогда мы сможем. Мы сможем. Нет, она идет наверх. Значит, это для нас прекрасная возможность. Взять, побежать вниз! А-а-а! Жутко, жутковато. Немножко жутковато мне. Сюда. Ать! Какого? А, все хорошо, все прекрасно. И у меня есть одна идея. И это сразу использовать предметы, когда мы их нашли, потому что она их имеет свойство перетаскивать. Че у нас тут? Опа, бензин. Бензин — это хорошо. В принципе, если мы здесь будем предметы хранить, то не нужно париться. В сторону, гребаный ящик. Еще одна канистра. Да? Еще одна. Обратно, 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 обратно. Слушай, ну теперь она точно реагирует на шум. Но при этом долго не задерживается, сразу уходит. Что это? Это не бензин. Меня обманули. Что, давайте-ка пойдем ниже по винтовой лестнице в подвал. Посмотрим, может быть, тут что интересно найдем. Блин, этого тоже не было. Стена. Кажется, за этой стеной что-то есть. Соответственно, новые предметы будут. Капканы здесь лежат. Вот где она хранит капканы. Здесь ящик, где можно спрятаться. Да, реально игру перелопатили. Что-то изменилось. И это прикольно, на самом деле. Есть комната какая-то новая. И здесь колокольчик с одной стороны, колокольчик с другой стороны. Прятаться можно вот тут. Ой, осторожней. Чё за лабиринт, блин? И куда же мы идем? Осторожненько, осторожненько, осторожненько. Закрыто с другой стороны. А, мне кажется, как раз таки вот там мы будем просыпаться, если вдруг нас убьют. Там клетка эта. Арбузик! Арбузик, привет! Мы тебя возьмем. Бабка?
Блин, что-то здесь тоже изменилось. Гильотина, она раньше здесь располагалась, но теперь она вот тут. Хорошо, что тут? Что тут? Что тут? Ключ от сейфа? Ключ от сейфа. Прекрасно, берись, Симо. Идем быстрее. О, нет, я бы не успеть. Я бы не смог успеть. Не успеть бы смог. Но теперь я смочь. Все, не паримся, все нормально. О, она идет, немощная бабка, ничего не может. Скорее сейф открывать, смотреть, что там есть. Не давать бабке время подумать. Вот какая у нас тактика. Ой, очень громко. Что за ключ от замка? Ключ от замка. Она здесь. Я видел. Тень была. Тень ее прекрасной фигуры, поразительной. Так. Вон она уходит, потрясывает своей башкой. Стоит ли нам пытаться сейчас прям пойти и открыть эту дверь? Кстати, это ключ от замка, но неизвестно какого замка. Главного замка или... Трудно сказать, не хочу гадать. Давайте пока вот здесь его положим и пойдем вот сюда. На самом деле нам сейчас хорошо было бы в гараж сходить и забрать оттуда лопату, так как здесь есть ямка, которую можно вырыть. Гоу. Она что, в доме? Она там! Ай, беда, беда. Закрыто. О, она идет. Погоди, бабка, не надо. Черт, закрыто. Она все позакрывала. Гнида. Значит, давайте ее приманим. Оп. Ты где? Скорее. Опасно. Блин, что тут все изменилось? Что тут вообще все изменилось? Я не узнаю этот дом. Так, здесь все нормально. Окей, хорошо, бежим в другую сторону. Мы сейчас обогнем этот сарай. Это не сарай, это гостиный дом. Аккуратненько, не торопимся. Теперь чуть-чуть больше торопимся. Ни хрена здесь нету. Открывай, открывай. Ну что-нибудь, что-нибудь дай. Я ж присел от страха, от нервов. Бабка, ну не надо. Блин, я понимаю, старость не радость, но... На самом деле непонятно, по твоему лицу, старая ты или нет. Может, ты гораздо моложе меня. Может быть, я тут старый, а ты надо мной издеваешься. Все, куда же мне подать себя? О, боже мой! Подрыгивает мне в затылок. Черт! Еще один круг. Не нервничаем. Ко мне. Оп. Да что ж такое, ничего нету. Какой пустой дом у тебя. Надо, чтобы она успокоилась. Давайте просто убежим вот сюда на улицу. Она идет. Сейчас мы обогнем. Обогнем. Тут жутковато на самом деле выглядит. Вот так, аккуратненько. Аккуратненько. Теперь мы можем спокойно идти. Смотреть, изучать. Понять эту бабку. Что она есть? Что она представляет из себя? Какой она человек? Плохой человек. Он ублюдский плохой человек. Пойдемте наверх. Вот сюда. Да, блин. Оп. Под кровать! Она пришла. Она уходит. Отлично, уходит в нужную мне сторону. Давай, спускайся вниз. Иди, займись своими бабскими делами. Не знаю, что-нибудь там... Вязать. О, телек здесь стоит. Пульт. Это же надо срочно применить. Вот сюда очень опасно идти. Блин, страшненько. Что это, жетон? Все, если она пойдет сейчас в эту сторону. Так, что-нибудь еще здесь есть на полках? Толкнуть. Куда это мы? Нифига себе! А, вот как отсюда можно спастись. Фу! Хорошо, что мы обнаружили эту штуку. Давайте приманим ее. Вот так. Идет. Давай. Уходи туда. Уходи. Да нет. Блин, она смотрит на меня, она знает, что я здесь. Снова позвать. Сделаем вот так. Ага. Бабка! Есть! Она увидела меня. Здесь спокойно сюда заходим. Я не хочу спрыгивать вниз, потому что иначе я просто сломаю себе ногу. Ау, звук издал. Это зря. Быстренько. Оп! Ключ! Мастер-ключ!
Какой ключ? Какой мастер? Какой... Мне нужен ключ от висящего замка. Что это за ключ от висящего замка? Это просто от замка. У меня нет от висящего ничего. Стоп. У нас есть вот это. Вот ты где, бабка? Она меня увидела, но не может ничего с этим поделать. Я имею в виду с этим желанием ко мне подойти и обнять меня. Ведь я так хорош собой. И мы уже выяснили, что я, возможно, старше нее. Она питает особую слабость к мужчинам, которые с опытом, понимаете, мудрые. Здесь аккуратненько, нам нужно понять, присутствует ли она где-то в зоне опасности моей. Или можно спокойно идти. Чертовски неплохо. Устанавливаем, да, устанавливаем. Включайся, 8802. Так, вызываем бабку, вызываем бабку. Стоп, смотрите. Ах, ты электрощиток здесь. Ублюдский ты электрощиточек. Хорошо, что мы его обнаружили. Бабу. О, хорошо. Какая тупая ловушка. Как она должна была сработать? Она начинает действовать задолго до того, как я подхожу. Надо быстро осмотреть ванну, точно. Ванна, 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 ванна. Говно в ванной. Все, здесь ничего нету. Пойдемте. Оп. Красиво прыгнул. В шкафу нет ничего. Вот здесь может быть что-то есть. Какая-то ваза. Надо закрыть дверь. О, было жутковато. Кинь мне. Не получилось. Нам нужно понять, как вот это открывается говно. Я должен решить пазл? Я должен решить пазл, говорит игра. Я даже его посмотреть не успел толком. У, сквозняк здесь дома. Фу. Итак, что за пазл? Так. Типа... Как? Я не понимаю, что является решением пазла здесь, извините. Я не знаю, что значит решить пазл в этом случае. Где подсказка? Куда-нибудь сюда пойдем. Блин! Ого! Что это? Как я здесь оказался? Как я здесь оказался? Какого дьявола? Меня багом выперло куда-то наверх, на второй этаж. Окей. И мы? Где мы? О, ничего не понимаю. Ладно, мы здесь. Всего лишь второй день. Неплохо. Очень неплохо. 8802. Это, по-моему, код от двери, да? От дверного замка. Я хочу его применить в первую очередь сейчас. Так, доски убрать. Надо, чтобы была вентиляция между комнатами, чтобы воздух гулял. Осторожно, выходим. Камешек у меня на всякий случай, чтобы кинуть его в случае страха. 8802. Очень хорошо. Вот так мы и решили первую загадку. Здесь капкан, надо быть осторожным. Оп. Срал. Срал возможность все сделать тихо. Здесь пока непонятно, на самом деле. Ну, совсем вот... Совсем не очевидно, что я должен сделать. Может быть, где-то я должен найти подсказку? Очень может быть. Аккуратней. Ух. Ой, смотрите, от колодца рукоять. Давай, как крутить? А, вот. Не в ту сторону, да? В какую сторону? Ладно, походу, вот в эту сторону надо крутить. Все правильно. Это батарея. Прекрасно, мы нашли батарею для машины. Однако мы не можем сейчас ничего сделать с этим. Давайте сюда, что ли, дропнем. Я не думаю, что здесь есть ее waypoint. Она не пройдет тут, значит, ничего не тронет. Шкафчики открываются. Ой, как хорошо. Я не знал этого. О, oh, no. Oh, ладно, ладно. Отвертка есть. Это победа. Вон она. Блин, не успею. Не уверен в своих силах. И значит, мы сейчас идем на второй этаж. На второй этаж. Побыстрее, побыстрее. Вот сюда. Хоп, хоп, хоп. Есть. Давай быстрей. Давай, торопись. Тут как всегда ничего не будет, да? О, нет, смотрите. Часть рычага. Какого-то рычага. Давайте в комнату заползем. Сраная картина испугала меня. Нам нужно забрать этот чертов рычаг, который всего лишь часть. Часть чего-то. Спасся. Давайте его рассмотрим получше. Что это? Что-то есть. Сюда тебе нужно вставить. Осмотрим дом и найдем точно место, куда встать. Возможно, в гараж. Да как она так ходит? Почему звуки ее шагов по всему дому раздаются? Я не могу точно определить, где она находится. То есть, вроде бы она там. Но где она там так долго будет ходить? Может, она вообще на третьем этаже? Какая-то что такое? Рычаг. О-о-о-о-о-о-о! Как удачно. Слышите? Что-то
Что-то двигается. Да, стена, что ли? Стена сдвинулась. Very good. Ключ от двери. Больше ничего нету. Боже мой! Боже мой! Обида! Задел гребаной ножкой своей! Убегаем. Так. Как отсюда убежать? Понятия не имею. Я заблудился уже. О, но. О, но. А! Тупик! А! Нет! Черт! О, блин, какой неприятный звук! День третий. Вот, наконец-таки мы в этой клетке. Так теперь мы ключ тот зеленый просрали. Ключ от двери было написано, да? Надо, получается, вот этот вот выбить. Говорит, можно чем-то другим сломать быстрее. Может быть, камнем? А, еще я раньше парился. Пудюп. Хорошо. Это хорошо, что мы здесь. Мы можем сразу же найти ключ. Главное только не задевать эти баночки. Я задел эту баночку. Обидно. Обидно очень сильно. Стыдно даже немножко. Давайте спрячемся. Блин. Нельзя уповать на такие ящики. Только коричневые ящики, по-моему, способны нас спрятать. Так, аккуратненько. Если бабка и пришла, то она не здесь. Она это... Черт! Куда? Куда? Оп! Ага! Не знаешь ты, что я здесь? Не знаешь. Потому что я это сделал, пока ты не смотрела. Да? Да. Я никогда в жизни не найду этот ключ. Потому что я понятия не имею, где я был, когда меня убили. Так, тут у нас чё? Ничего. Короче, нам всех нужно посмотреть. Главное здесь нормально перепрыгнуть. Оп! Шикарно. Кажется, в ту сторону. Оп! Very good. Где-то здесь. Где-то тут. Ну, либо она просто его уже унесла. Это большая вероятность на самом деле. Так, вот здесь мы можем спрятаться. Хорошо. Вот ты ключ где! Прекрасно! Вот это везение. Ага, в этих шкафчиках вообще ни в одном из них ничего нету. Все, мне уже здесь некомфортно, хочу выйти. Выйти это куда? Однако тут, блин! Вот они, внезапные находки. Здесь есть куча мест, куда можно идти, осторожней. Осторожней. Да господи. Осторожней. Красная. Колесо. Блин, тут получается и колесо, и ключ, и молоток. No, быстрей! Это нельзя просрать. Неплохая катка пока что. Сегодня я должен убежать любым способом. Через дверь. Через машину. Через смерть. Любой исход будет считаться моей победой. Вот так я решил. Пожалуйста, не явись сюда. Не явись. Не явилась, отлично. Какого черта она всегда здесь, всегда рядом, всегда пасет? Осторожно! Наверх! Не работает! Какого дьявола он не сработал? Я это так не оставлю просто. Все должно работать. Блин! Давайте под кровать. Почему не сработал? Это же ключ от двери. Ключ от двери. От какой двери ты хоть? Сюда. Это может быть ключ вот от этой двери. Окей, выходим, давайте попробуем сразу. А, это ключ от этой двери. Окей. Вон она! Все. Хорошо, правильно. Как раз мы сейчас с этой стороны обойдем. И вниз. Нам нужно забрать тот молоток. Она идет. Надо приманить ее. Черт, надо было молоток подобрать. Она может сейчас это сделать. Пока она без молотка. Окей. Ой. Чего там встала? Ушла. Чего ж сыкотно мне проверять, ушла она или нет? Итого у нас ключ от замка, мастер-ключ, бензин и молоток, самое главное. Возможно, молотком можно те доски, которые возле двери. Вон доски, да? Это же доски. Это доски. Раз. Отлично! Давайте возьмем этот ключ от замка и пойдем попробуем открыть. Что вы думаете, мы попробуем открыть? Конечно же, замок. Вот так это работает, детка. Слушайте, неужто ли сейчас что-то у меня получится? Блин! Хорошо, что я помедлил немножко. Если бы я чуть позже бы вышел, точнее, чуть раньше бы вышел, то раньше бы сдох. Так, бабка, ты уходишь? Она уходит. А я по пятам иду за ней.
Так, как же... Он не открывается, мне нужно открыть другие замки. Какие? Какие замки? О каких замках идет речь, если все замки уже открыты? Тут явно есть какой-то еще замок. Но я не понимаю, о каком замке идет речь. Еще есть какие-то замки, которых я не видел. Я не знаю, их никто не видит. Я же не знаю, чем мы еще можем заняться на просторах этой прекрасной дачи. Такое ощущение, как будто я уже все посмотрел абсолютно. В буквальном смысле абсолютно все. У этой бабки нет от меня никаких секретов больше. Я знаю тебе все, бабушка. Я знаю, что ты любишь бананы, что ты не любишь гостей, что ты любишь бегать на холоде, чтобы закаляться и продлевать свою молодость и красоту. Давайте вот здесь спрячемся. Вот так. Все, наконец-то разобрались с ней. Я просто хочу по-нормальному пошариться на кухню. Разве я слишком многого прошу? Просто чуть-чуть понять вообще, что у тебя тут есть. Я вижу, я увидел. Увидел прекрасную штуку, наконец-таки. Мы вернемся. Это щипцы, с помощью которых мы перережем провода. Так, здесь у нас вот что. Оп, можно ли так сделать, кстати говоря? Блин, я промахнулся. Где? Отлично, кусачки. Идем наверх. Перережем. Окей, остался еще один. Точно ничего нету нигде. Оп. Все, я призвал ее. Здесь нет ни колеса, ничего. Нам нужно найти второй щиток. Возможно, в том гостевом домике. Я на самом деле особо там ничего не смотрел. Погодите. По всему дому погас свет. Это я сделал, когда перерезал провод? Как-то некомфортно, что по всему дому свет выключился. Предлагаю пошариться еще в подвале. Как минимум, нужно забрать то колесо. В какой-то момент я же все-таки ожидаю, что найду способ открыть гараж. Когда я это сделаю, нужно, чтобы колеса были при мне. Окей, вот оно. Теперь просто бесстрашно возвращаемся обратно в подвал. Главное, не думать о провале. Не думать о провале. Господи! Думаешь ты о нем или не думаешь, ему насрать, он просто придет к тебе. Дай им спрятаться. Хотя бы в шкафчиках есть свет. Она взяла колесо. Я ей на блюдечке просто его принес. Мне не нравится этот расклад. Колесо отдала, слышь, бабка. Колесо отдала. О, ладно, мы это сделали. Потому что мы очень смелые. Так, ладно, что же мы можем сделать? Я думаю, стоит отнести колесо прямо туда. Прямо к входной двери в гараж. Она все равно туда не ходит особо. Нет, она прям туда и ходит, оказывается. Она прям до самого конца ходит. Блин, все не так-то просто с ней. О, нет. Все. Ух. Это что? Что? Ага, это от машины. Полагаю, тоже вот здесь буду хранить. Вон она! Она прошла! Она прошла в ту сторону, она идет вот из этого дома, чтобы выйти. Значит, у меня много времени, как следует посмотреть. Блин, она вернулась! Ну почему? Только я хотел как следует посмотреть. Ой, страшный звук такой. Как будто и ветер, и собака какая-то. Ага, на полках точно ничего нет. Блин, ну перестань дуть на меня так. Смотрите. О, фонарик. Что за фонарик? Фонарик, который покажет мне нечто. Какие-то следы. Следы непонятных. Ага, я знаю, куда пойдем. Вот здесь. Сейчас мы пятнышки на кроватке твои обнаружим. Оп. Не обнаружили. Бабка чиста. Нам нужно светить на все, и мы увидим что-то. Какую-то подсказку. Ну что, давайте идем в подвал. Я уверен, что там это будет. Колесо. Прямо вот здесь рядом. Отлично, запомним. Как же здесь хреново. Так много мест, где может быть что-либо. На стене, на полу, на потолке. Непонятно. Так, здесь ничего нет. Издевательство какое-то. Куда я иду сейчас? В тупик какой-то. Так, кажется, подвал я полностью осмотрел. И здесь ничего нету. Никаких подсказок. Нужно валить. У меня паранойя развивается. Пожалуйста, не будь здесь. Не будь здесь. О, немножко расслабиться. Боже мой, в каком напряжении я был все это время. О, боже мой! Бабка увидела у меня этот фонарик. Она знает, что я теперь что-то узнаю, что она пыталась скрыть. Куда она поперла? Понять. Опа! Так, что-то уже наклевывается. Какие-то следы. Смотрите, от гаража! Вниз, вниз, справа, влево. Вниз, вниз, справа, влево. Вниз. Ой. Вправо-влево. Есть! Замечательно! Тут где-то должна быть лопата. Ты здесь?
Здесь лопата. Побежали. Вот это прогресс! Есть! Еще! Сейчас мы соберем машину! Дерьмо. Заполняем. Пока ее здесь нет, заполняем. Какая страшная ситуация случилась! Мои позорные прыжки. Такие смехотворные. Ну уже. Отлично. Получилось. Теперь нужно вниз. Еще одной канистрой. У нас есть радиатор, батарея. Два колеса минимум. Сейчас будет полностью заправленный автомобиль. Желательно сделать так, чтобы я не позвенел. Не позвенел. Наполняй машину быстрее. Готово. Хорошо, тут значит дверь. Похоже, машина сейчас не может никуда поехать. Похоже на то, чувак. Батарея взять. Дерьмо. Ладно. Не ссы, мы убежим всегда. Нужно установить батарею. Блин, где она? Где она? Я не вижу ее практически. Я должен установить. Хорошо, кидаем сюда. Побежали. Чуешь, бабка, чуешь, как я сейчас побеждаю. Прям выигрываю. Она ушла? Пожалуйста, пусть она уйдет. Пусть это все. Отлично. Блин, может быть, через дом просто пройти? Ни хрена не видно. Если что, сразу кидаю радиатор и бегу. Отлично. О, остановись. Да, это хочется победить сейчас. Ну же, батарейку поставили. Отлично. Все? Теперь дело за малым. Чтобы уехать, мне нужно сесть за руль. Допустим, если... Похоже, машина сейчас никуда не может поехать. Не перечисляет, что... Нужно колесо, нужно... Да, по сути, только колеса и нужны сейчас. Так, идем же за ними. Сколько я помню, вот здесь. Внизу, прямо вот тут колесо. Е-е-е. Что-то умерло внутри меня, что-то погибло. Она взяла колесо. Отдай! Спасибо. Она просто принесла его. Зажняк, убери колесо! Ты потерял! Она как будто бы чувствует, где я нахожусь. Может быть, она логически мыслит. Так, если сейчас я кину, куда будет падение? Ага, прямо под меня. Словно кал роняю. Ладно, пофиг. Нам нужно просто донести это колесо сюда. Она возьмет его. Взяла. Она возьмет колесо. Зачем ты берешь колесо? Отдай! Блин, она сейчас снова возьмет. Мы так и будем перекидывать. Тут я рисковый. Ладно, она сейчас принесет его. Она принесет его, и мне придется снова его нести. Все, хорошо. Походу придется опять через дом нести. Другого варианта я как бы особо и не вижу. Это самое страшное. Нести через дом очень жутко. Любой момент она может выйти на меня. У меня начинает развиваться супер-мега-паранойя. Как страшно, такие шаги, как будто бы были сейчас сзади меня. Давай, надевай. Есть! Итак, еще три раза всего лишь нужно сделать. Это при том, что я понятия не имею, где колесо номер 4. Да, я знаю, что одно здесь, второе наверху на втором этаже, третье на третьем этаже наверху, на втором этаже. А вот где четвертое колесо, без понятия. Я не пойду через дом. Нет. Я просто прыгну и уверен, что все будет хорошо. Ну, может быть и нет. Сейчас мы сделаем вот так. Тут колесо кинем, видим бабку. Бабка, бабушка. Вон она. Отлично. Все, да, она не трогает колесо. Прекрасно. Слушай, а пойдемте сразу за третьим. Оп, под кровать. Все нормально. Все хорошо. Ага. Куда она пошла? Неважно. Так, у нас теперь есть колесо. Блин. Скорее под кровать! Это было громко. А! Нет! Убьет. Блин, как это жутко было сейчас. Чертов скрип пола. Ладно, это всего лишь четвертый день. Где мы? Здесь. Мои ноги болят, я не могу бежать. Че, серьезно? Серьезно? И это все? Перманентно? Теперь я не могу бегать? Мне нужно восстановить себя как-то. Есть идея. Идея заключается в том, чтобы сгонять за жетоном на самый верх. Фух, я выжил. Фух, я, блин, выжил. Так, жетон. Надо баночку так дернуть. Ага. Блин, было бы хорошо, если бы она пошла в ту сторону. Может быть, мы можем каким-то образом приманить ее. Здесь есть такие штуки? Так, я вижу банка. Опа, хорошо. Вот она поднимается. Пожалуйста, быстренько. Быстренько. Мы ковыляем еле-еле. Капкан, осторожней. Все нормально. Есть! Бегаем! Мы бегаем!
Ох, как приятно! Как весело резвиться! Да я все равно задел! Уродство! Аккуратненько. Бабка не должна меня заметить здесь. Опа! Чпок получился. Увидела. Ну ладно, не страшно. Закрывай дверь. Стоп, а я что-то не бегаю! Я не бегаю! Я все еще не бегаю! Открой дверь! Препятствуй! Препятствуй! Черт! Беги, урод! Почему ты не бежишь? Почему? Она сейчас догонит тебя! Она уже дышит тебе в затылок! Пожалуйста, спасись! У тебя не так много жизни осталось! Пожалуйста, ты спасся! Как ты это сделал? Боже мой! Я не понял, я что, хожу с ее скоростью сейчас? Возможно, кстати говоря. То есть нельзя промедлять ни на секунду. Нам нужен эксперимент, потому что сейчас я чувствую себя абсолютно беспомощным. Ибо я не знаю, с какой скоростью идет бабка. Со скоростью меня. Со скоростью чуть медленнее меня. Ну вот мы сейчас и узнаем. Получай, Евгений, ты очень хотел, кажется, да? Блин, я не могу так рисковать. Какой же я медленный, твою мать. Есть. Нам нужно срочно, срочно сюда. Потому что надо на второй этаж. Урод. Закрывай, пожалуйста. Так, куда она пойдет? Ну зачем ты закрыла дверь? Кажется, вниз. Кажется, да. Окей, идем. О, мистер Колесо. То есть, получается, два колеса. Все здесь. О, это было громко. Блин! Пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет! Я не закрыл дверь! Опасно! Бежим! Так, тут капкан, обходим. Все нормально, все нормально, все нормально. Нормально! Мы сможем спрятаться! Мы О, колесо! Как оно здесь оказалось? Я без понятия, но я вышел! Я вышел! У-у-у. Стой! Ты только колесо не... Отдай! Есть! Колесо стырил прямо у нее из-под носа! Из-под носа! О, боже мой, как это все нервозно мне! Ну ты тварина! Ладно, мы сейчас обезвредим. Это должно сработать. Ну? Оп! Оп, ты! Второе колесо принесла! Спасибо! Есть! Я не против такого расклада, мне очень нравится. Есть вероятность, что я просто два этих колеса сейчас ставлю и сваливаю, и мы выиграли. Сейчас я сделаю так, я поднесу колеса прямо к проводу. Как медленно. Вот сюда куда-нибудь. Прямо рядом вот здесь. Что с веревкой можешь сделать? Хрен знает. О, ладно, второе колесо. Сжалься надо мной, играл. Сжалься, пожалуйста. Как-то так. Мы можем пройти либо через дом, что... Нет. Все. Мы просрали колеса, да? Или нет? Может быть, нет. Ладно, хорошо. Просто иди вперед. Просто иди вперед. Все будет нормально. Все будет нормально. Не паникуй. Не паникуй. Это просто тебя пугают. Просто шум страшный. Вот так мы живы. Колеса, главное, не трогай. Слышь? Как мне быть? Не что ли пойти через... Ладно, пойдем. Твою мать. Помним, что мы всегда можем убежать. Всегда. О, нет, только не сейчас! Последняя ночь! Что же делать? Как же быть-то? Не буду все заново проходить. Ладно, колеса еще на месте. Смотрите, значит, мы делаем так. Вот так, ага. И я не знаю. Будем надеяться, что сейчас она просто вот не заметит нас. Вот так. Заметила. Потому что я привстал, урод, я тупорылый. Да почему ты ходишь вокруг да около? Где ты? Побежали. С такой скоростью! Все, мне хана! Беги, мужик! Давай, давай! Жизнь! Жизнь! На кону твоя жизнь! Пожалуйста! Нет, нет, я не буду проходить, я не буду проходить, я не буду проходить, я не буду проходить, я не буду проходить! О! Так, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Мы не можем просто вот постоянно ходить через дом. Это так опасно. Но только так мы не будем привлекать внимание. Погодите. О! Очень удобственно. Может быть, у нас сейчас получится быстро забежать и через подвал туда, в сторону гаража пойдем. Если это вообще хороший вариант. Погодите. Неплохой вариант. Ну-ка. Здесь ее нету. Почему я такой медленный урод? Давай. Просто готовься бежать, если вдруг что, Евгений. Готовься бежать. Так. Присел. Хорошо. Как громко. Я тебя умоляю, только не будь здесь. Есть. Ну, ну, нет. Почему не могу достать? Дерьмина. Дерьминская. Что по бабкам? Где она? Так, ну она, по идее, же должна была прийти. Хорошо, сделаем вот так, что ли. Вот. Давайте отойдем подальше.
колесо взяла, ну ты. Это смерть, кажется. Вот это я чувствую, что уже смерть близится прям. Дышит мне в жопу. Вдуло мне почти что. Где колесо отдала? Идем в ту сторону, насрать уже на все. Просто сделаем это. Уже наплевать на все, если честно. Я просто несу. Пожалуйста. О, нет. Есть! О! Успеваем? Убегать? Убегать или как быть? Убегать! Не закрывается! Давай вниз! Да, вниз! Пожалуйста! Шустрый мой мальчик, молодец! Что-то зависло. Осознание. Да, 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 да! Вали вниз! Вали вниз! Прекрасный дар судьбы! Осторожнее, только не скрип. Пожалуйста! Пожалуйста! Все должно работать. Чтобы ехать, мне нужно сесть за руль. О, давай! О! Давай! Пожалуйста! Да! Есть, 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 есть! За 5169,9 секунды я смог сбежать. Средняя сложность... Блин, как было сложно. Я не представляю, что такое экстрим. Я думаю, нам стоит попробовать. Только если, конечно, вы понаставите лайков, напишите в комментариях, что вы хотите. Обязательно, чтобы я помучился немножко побольше. Ну, плюс сбежал еще через дверь, например. В общем, все зависит от вас. Ставьте лайки, пишите комментарии. И я очень жду ваш фидбэк. Ну, а с вами был Юджин, и всем пять!